Андрей Никифоров. Андрей, с победой вас! Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, счет такой крупный в этом матче. Точно, легко команда победила или все-таки были какие-то трудности, сложности? Ну, трудности, конечно, были. Команда «Фасоль» неуступчивая. Мы с ней встречались в зимней кубке и очень крупно проиграли. Так что мы готовились на эту игру и хотели победить. Вот. Счет был в начале матча 1-1, и было довольно-таки сложно. Но потом мы собрались, забили пару голов, и команда соперника немножко рассыпалась, и мы дожали ее. Вот. А так, ребята просто все собрались, все молодцы. Вот. Что, были какие-то моменты по игре негатив, минусы какие-то по игре были? Да. Своей по нашей игре? Да. Да нет, в принципе, все нормально было. Вот. Было, конечно, в первом тайме много неточных передач. Из-за этого были тоже проблемы, обрезы. И было много атак на наши ворота. Но потом в перерыве ребята мы поговорили, собрались, и игра пошла нужным ходом. Вот, а так все в порядке было. Спасибо. Спасибо большое.